Все ли настолько страшно, как нас пугали картинками в интернете? В самом деле, в Индии есть много классов и подразделений поездов от эконома до бизнеса, если так можно сказать. В самом дешевом поезде нет стекол, на окне только решетки, нет кондиционера и очень много людей, и гипернекомфортно. Да, это правда. Но я расскажу про поезд нормального класса, в котором едем мы. Первое, что мы замечаем, это 6 спальных мест и откидная средняя полка. Индийские спальные полки длиннее и шире, в отличие от русских. В самом вагоне мы видим большие окна и столик, зеркало, крючки, кондиционер и постельное белье. Личная лампочка, розетки, шторки и подставка под бутылку. Каждые полчаса проходят персонал и продавцы с улицы, предлагая все, начиная от еды, заканчивая украшениями и всякими побрякушками. Цены в поезде на чай будут 10 рупий, а порция риса бриани 90. По поезду ходят попрошайки и хиджры, это трансы, переодетые мужчины в женщину. Туалеты тут индийского стиля, это дырка в полу. В тамбуре есть раковина с зеркалом, где можно умыться, не ждя очереди в туалет. Хотели бы прокатиться в Индии?